Друзья, всем привет! Привет, YouTube! Привет, каждый наш подписчик! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о таком знаменитом сорняке, как плоскуха, или еще называют куриная проса, и как с ней бороться на газоне, с помощью какого препарата. Поехали! Плоскуха – это однолетнее растение, которое относится к роду плоскуха. Прорастает с апреля месяца. Цветет плоскуха с июня по август, плодоносит с августа до поздней осени. Растет на различных типах газонов. Семена сохраняют схожесть до 13 лет. Почему мы решили видео снять про этот сорняк? Потому что у нас был один объект в 2017 году. Мы озеленяли банный комплекс, оздоровительный комплекс. Я сброшу вам ссылки с этого участка под нашим видео в описании. Посмотрите обязательно, кто не видел. Я думаю, все наши подписчики следили за нашим озеленением этого банного комплекса. И вот у нас была там проблема на газоне с этим сорняком, как плоскуха. Мы очень с ним намучились. Одновременно со схожестью газона сошла плоскуха. Очень много ее сошло. Друзья, посмотрите на экран, как выглядит сорняк плоскуха, или еще называют куриная проса. Боремся с плоскухой на газоне мы препаратом Puma Super байеровской компании. Это системный гербицид, высокоэффективен против различных типов злаковых сорняков. Попадает на растение через наземную часть, через листья и действует через 2-3 часа. Результат вы можете увидеть уже через 2 недели. Оригинальная фасовка препарата Puma идет в 10-литровых канистрах. Есть препараты-аналоги. Они идут как в литровых бутылках, так и в 5-литровых канистрах. Но я вам по поводу их эффективности ничего не скажу, так как мы не применяли никогда. Может, в будущем когда-то испытаем и скажем свои отзывы. Сейчас я вам расскажу, в какой период лучше применять препарат Puma Super. Для того, чтобы добиться наилучшего результата, проводите опрыскивание на раннем этапе вегетации сорняков в фазе наличия двух листков. Препарат Puma Super действует только на те сорняки, которые имеются на газоне во время обработки. Обработку проводите на момент появления основной массы сорняков. Друзья, подписываемся на наш канал, ставим большие пальцы вверх. Всем пока!